Dobro jutro, kruno našeg jutarnjeg programa koja se stalno brineš o meni i naravno i ovog jutra ja sam dobro i pamjet i srce gub ja, ja nje darom tak žar kad ciluju tib ja. Ovdje smo naravno na bazaru sa našom divnom, evo pogledajte, pogledajte, naša Dinara je glavni organizator svega ovoga i lepa Ruskinja, manekenka, možemo tako reći. Ruske žene su sve u jednom. Dobar dan, Dinara. Dobar dan, hvala puno što ste došli kod nas. Bolje vas našli. Dinara, idemo prvo da krenemo, recite nam šta je to na vama divno i ovaj platok, kako Rusi kažu. Да, и ово дивно на мене есть. Давайте я на русском буду говорить, а вы мне поможете. Значит, вот это наш национальный убор. Называется кокошник. Ово наш национальный украс и зовется кокошник. Да, сейчас, конечно, может быть, кто-нибудь спросит, зачем сейчас вот такой вот кокошник нужен в настоящее время, когда вот кто-то придет и у нас увидит. Если вы хотите быть барыней сейчас, для этого вам надо просто одеть русский кокошник. И вы превратитесь сразу в государыню, в барыню, и можете совершенно спокойно чувствовать себя русской королевой. За все они, кои питаю, због чега сад овде се ово налази ови дивни украси национални, једноставно је довољно да купите овај украс и да се осетите правом руском дамом. Барыня – это от барышня, от боярышня. Боярышня. Да, боярышня. Да, то е от русских некогда витезова даме, кралице, жене и лепе жене витезова. Также хочется обратить внимание о том, что на нашей выставке, кроме головных уборов и русской нашей национальной одежды, существует еще очень много народных промыслов, которые мы бы хотели показать. Osim svega ovoga, ovog divnog platna, kako se kaže platok na srpskom, Bože, i od ovog nacionalnog kostima i svega, postoji još mnogo različitih stvari koje bi željeli da vam predstavim. Da, znači, davajte, вот начнем с платка. На сербском это называется Marama. У вас марама. Да, вот это оренбургский пуховый платок, он очень теплый, он делается из козьей вуны, из козьей длаки. Od kozije vune, od kozije dlake, to smo sve čuli, orenburgska marama. Da, этот платок проходит через кольцо, то есть если вы хотите проверить, настоящий ли это платок, вам надо просто его пропустить через кольцо. Он так сильно собирается, он пройдет через кольцо. Это единственный раз, когда можно снять обручальное кольцо с руки или нет? Можете, да, можете прийти и проверить. То есть, кроме наших платков, вот обратите внимание, вот это вот наши павлопосадские платки, которые тоже здесь очень известны, и все их очень любят. Jako poznati павлопосадские марамы. Я само нисам превел, ако желите да проверите прави овај оренбургский платок, скинете овај prsten i on mora da prođe kroz prsten. Ja sam pitao da li je to jedini put kada se skida venčani prsten. Nisam dobio odgovor, nisam ni očekivao. Dinara, hoćemo li u ovaj kraj... mora ovo, da. Ne, kakve ruskinje, grujo. Molim te da vidimo ovo. Если мы уже говорим о наших национальных украшениях, то нашим... Ну, мне больше всего нравится наше национальное украшение, наш самый известный народный занат – это хохлома. Ово је, ако говоримо о занатима, нашој драгој Динари се највише допада овај начин, овај занат који се зове, тако речи, цртања и сликања по посуђу, хохлома или хохлома. Да, хохлома. Вот хохломскую роспись знают практически все. То есть вот такие ложки, наверное, есть у каждого дома. Da, ovo nama svima i nama svima poznato i svi imamo i ovdje u Srbiji ovaj način ukrašavanja kašika i posuđa. Хочется отметить, что у нас на выставке хохлома такая же, как она была, когда только вообще начинали делать хохлому. То есть она покрыта несколько раз лаком, из нее можно кушать, ею можно пользоваться так же, как обычной посудой. Dakle, ovo je slikanje onako kao kada je počinjela da se slika stari način slikanja i ovo nije samo ukras, već može se i iz ovoga jesti, pokrivena je lakom, znači koristiti za jelo. Hoćemo li... Нельзя это в посудомоечную машину ставить, но... Не сме у машину за судове, али...
Ну, можно совершенно спокойно кушать. Например, я дома для меда то користим. А, все, да. Сразу. Он все користит за мед, за сладко. Да, и, конечно, это украшение любой кухни. Ovo je za svaku kuhinju, to znamo. Dinara, molim vas ovdje, preći ćemo preko ovih lutki divnih i svega ovoga. Molim vas, prođite ovdje, okrenite se ka meni. Samo za kraj da vidimo kako izgledaju ovi... Ovi... Mi už govorim da. O vuni, jesli mi govorim o čemto teplom. Govorim o vuni, o toplom. Da, mne hoćete obratiti vnjemanje vot, na to što predstavljaju действительно. Это, да, русские рукавицы. Русские чарапы, при том, что здесь снегири, здесь наш национальный узор, вот, например, снегирь, да. Он практически здесь в Сербии его нет. Это русская птичка наша. Снегирь, то есть русская птица, и она е на свим овим, овай, као украс. Да. Eto, to bi bilo to za ovo izuzetno uključenje. Dinara, hvala vam mnogo na osmehu, na što ste nam detaljno ovo sve predstavili i na vašoj lepoti. Trudila sam se, hvala puno. Vidjeli smo, to bi bilo to za ovo izuzetno uključenje. Za kraj, još jednom ove divne marame orenburgske. Obradujte vašu damu orenburgskom maramom.